Петропавловский собор Казани 1723 года – один из ярких примеров стиля эпохи Петра I. Как отмечают специалисты, этот храм в стиле русского барокко для регионального зодчества – просто уникальный объект. Сейчас памятник архитектуры федерального значения реставрируют тоже на федеральные средства. Уже выделено более 200 миллионов рублей. Работы планируют завершить к 300-летию собора. Сложности добавляет то, что необходимо найти квалифицированных специалистов. В Петропавловском соборе иконы, которые у нас, например, не восстанавливают, нужно их вывозить за пределы республики, где есть специализированные учреждения, которые занимаются восстановлением икон. Проблему нехватки профессиональных местных кадров обозначили сегодня на коллегии Комитета по охране объектов культурного наследия. Одна из печальных страниц – попытка реставрации деревянной церкви Скамского устья и мечети из Рыбной Слободы. Привлекли мастера со стороны. В итоге чуть не лишились обоих памятников, и суды идут до сих пор. В настоящее время Казанская лицензированная организация с привлечением специалистов из Костромы проводятся противоаварийные работы, объекты находятся в республике, обещания, данные жителям, будут выполнены, объекты в 2021 году отреставрированы. Сейчас в Татарстане 3500 объектов культурного наследия. 86 из них мы тоже чуть было не потеряли. Неточная реставрация, нарушение эксплуатации, незаконные пристрои. Проблема в том, что многие объекты, которые могли быть под охраной, до сих пор не получили соответствующий статус. Поэтому удалась резонансная продажа лестничного пролета в старинном доме купца Коровина. Единственным способом остановить утрату подлинного элемента дома был временный мораторий на проведение строительных работ, что и было сделано после общественных сигналов в социальных сетях. Комитету необходимо лучше взаимодействовать с общественностью. Вице-премьер здесь была как никогда точной в формулировках. Мы работаем очень часто как пожарная команда, когда поступает сообщение о том, что где-то что-то происходит, мы начинаем отрабатывать данный факт. Видимо, в какой-то период мы не получаем информацию от населения, значит, нам надо подумать, каким образом. У нас есть сейчас и Инстаграм, и канал связи электронный. Как отмечают на сфере сохранения культурного наследия, негативно сказались и последствия пандемии, и ситуация вряд ли изменится в этом году. Большинство объектов культурного наследия местного значения – это все малый и средний бизнес. И, соответственно, так как они были все закрыты, то и реставрация фактически прекратилась. В ближайшее время в Татарстане может появиться четвертый объект ЮНЕСКО. На этот статус долгие годы претендует Казанская обсерватория имени Энгельгарда. Ей более 100 лет. Сохранился редкий телескоп 19 века. Та заявка, которая была связана с астрономической обсерваторией, была одобрена, включен в предварительный список объектов. Несмотря на все сложности, в этом году ожидается завершение работ на нескольких знаковых объектах. В первую очередь это собор Казанской иконы Божией Матери. Дмитрий Аринин, Андрей Бендубаев, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.